В этой серии школа ТО. Фьючер, фу, отпевают фьючер. Так, а, ну сейчас хотя бы, извините, я забоел чуть-чуть. Это видео создано исключительно в юмористических и поучительных целях. Автор данного канала не пытается кого-либо оскорбить, а лишь говорит, как не надо делать. И всем привет, дорогие друзья, с вами Патриот России, и это очередная серия Школы ТО. И, ребят, не спрашивайте, почему на экране сейчас все так пиксельно и размыто. Мы сегодня начинаем с нестандартного видео. Мы не будем сейчас обозревать школьника на Ютубе, потому что я это уже сделал на одном из своих стримов. Так что, ребят, если вы были на том стриме, то вы это уже видели. Ну а те, кто не был, то вы сейчас просто будете жестко угорать. Короче, ребят, я на своих стримах иногда рейдю, то есть захожу на другие каналы, мы угораем там над школьниками, или наоборот, там помогаем продвинуться каким-то другим стримерам. Ну и вот мы наткнулись на одного очень веселого чувака, не буду вам ничего сейчас спойлерить, ребят, так что обязательно поставьте сейчас лайк и давайте смотреть. Никита, смотрите, одеваю презерватив на голову, 100 рублей, может задонатим ему? Он оденет презерватив на голову, ребят. Если кто-то задонатит 100 рублей, блин, может быть, не задонатить им. Так, сейчас одну минуту посмотрим. Может быть, он реально оденет презерватив. Это будет жесть. Берите как платье. Так, о, пришло ему. Аноним 100 рублей одевай. Дай одну минуту. Сейчас я быстренько смотаюсь в ванну. Значит, я его открою. А чё тут нельзя, что ли? В общем, сейчас я вебочку на 5 секунд вырублю, и сейчас быстренько помою, не уходите, сейчас я вам все. Так, все, ребятки, я тут, пришел. Сейчас я обмыл, я сейчас как-нибудь обмыл. Сейчас, подождите секундочку. Ой, блин, капает на меня все, ладно, пофиг. Давайте попробуем, в принципе, я не знаю, получится или нет. Я смотрю, он патриот зрит стрим. Сейчас, подожди, я его растяну. Подожди, а как я не помню уже, как я его одевал днем? А я его одевал как-то, на самом деле, очень нравится. Подожди, типа... Шкрины. Блин, я сейчас, да, сейчас шкрины повезут, но мне пофиг. Я сделал пар... А, да, вон, у бандика. А, ну ладно, пофиг. Все, я одел. Не порвался. Ты что, у меня лопнул призик? Ну что ж, ребят, надеюсь, вам понравилась та запись стрима, и вы поставили сейчас лайк, потому что это было действительно угарно. Я на это потратил целых 100 рублей, так что, ребят, я думаю, вам не составит труда поставить лайк, а мы переходим к следующему видео. Оно называется «Продаю читы на тестовый сервер Танки Онлайн». Канал называется «The Punky Man». И вы только посмотрите, сколько просмотров. Почти 300 тысяч, ни одно мое видео столько не набирало никогда. И смотрите на количество лайков, дизлайков. 1500 лайков и 9600 дизлайков, то есть почти 10 тысяч, офигеть, ребят. Ой, тут еще, смотрите, 3000 комментариев, офигеть, ребят. Давайте смотреть, ну это очень странный чувак, все. Я продаю читы на тестовый сервер в Танках Онлайн. Тут будет мой скайп, ну, где-то внизу. И да, ребят, я забыл сказать, что это видео было загружено в феврале 2012 года. Скорее всего, этот чувак сейчас вырос, но почему-то он не удалил ни канал, ни видео на нем. Может быть, он просто забыл видео. Но, блин, он такую херню несет. И в описании будет еще. И обращайтесь, я продам. Ну, там буквально один аккаунт. Ну, там читы простые вообще. Два чита буквально. Легкие, это по-английски писать и все. Я могу вообще бесплатно, но я халявщиков не люблю. Знаете, кого он мне напоминает? Стоит такой продавец у лавки, торгует своими овощами, фруктами, говорит, ну, у меня товар хороший, берем, берем, могу, конечно, бесплатно, но платите, берите, товар хороший, там парочку плохих есть, то берите все равно. Я не люблю халявщиков раздавать. Может, и халявщика буду давать, читайте на тестовом сервере. Ну,
мне может показаться этим страда, потому что халявщиков очень много. Я не кидал, можете не пугаться. Ну, короче, обращайтесь в описании, и вот тут будет мой скайп. Ну, все. Ладно, давайте я не буду про него ничего такого говорить, потому что в его возрасте я тоже хотел бы заработать деньги любыми способами. Он все-таки собрал 300 тысяч просмотров, вдумайтесь. Скорее всего, кто-то из тех, кто посмотрел это видео, по-любому нашлись там десятки или единицы тех, кто купили у него читы. Вы представляете, сколько этот малой мог заработать на этом? Ну, ребят, это просто жесть. Переходим к следующему видео. Последнее видео на сегодня называется «Танки онлайн супер нагибатор». Канал называется «Саня Кет». 464 просмотра, 7 лайков, 30 дизлайков. Ладно, давайте смотреть само видео. Итак, всем привет, с вами я, Папа Кэт. Что? Почему у него такой голос? И сегодня мы играем в танки онлайн. Это очень хорошая игра, я вам говорю в первом видео. Делать плейфик, то мы будем снимать эту классную игру. Сейчас я буду нагибать нубов, да? Серьезно, какое-то ощущение, что в этого чувака вселилась какая-то блондинка, и он таким голосом тебе разговаривает, и он сказал, что он хочет сейчас нагнуть нубов, а сам не крутит башни. Хотя я сам не нуб, да, вы знаете. Да фу, значит, бил фичер! Фичер! Фичер, вы видели? Фичер! Мне кажется, или он не совсем адекватный. Вот гад, бафе! Ага, вообще, докажите, да. Сейчас бы еще в носу поковыряться. Ребят, мне кажется, что я сейчас каждые 10 секунд это видео буду комментировать, и школа тоже затянется минут на 30. Мы заберем флаг, мой флаг, уйдите, это мой флаг. Давай, укладим флаг, укладем флаг, все, поехали отсюда, лохи, ха-ха-ха. Уходим, копейку. О, ну, зачесался, сказал, куда-то вытянуть. Ребят, что это такое? Я такой первый раз вижу и не знаю, как это комментировать. Скотину, убей, писюн! Я что сказал? Уезжай! Ой, ребят, серьезно, если бы он снимал видосы каждый день и не только по танкам онлайн, я бы подписался на его канал и смотрел. Ребят, напишите в комментариях, смотрели бы вы этого чувака. Ну, его комментарии, они просто великолепны, его эмоции. Еще он это все с вебкой снимает, и это очень круто, ребят. Ну, очень угарный чувак. О да, я украл флаг. О да, вот это флажки. Я тут самый лучший чувак. Ага. Я чуть повалил, извините. Фу, я представил, как он сейчас сопли глотает, это ощущение. Ребят, сорян, если кто-то сейчас ест. Да, что за фигня? Давай, нубов убиваем, нубов ломаем. Наказываем нубов. Мой! Ах ты, читер! Видели? Читер! Фу, не понимаешь, что ты читер? Мы вдвоем и так как играем, как чемпионы. Ой, это наш, извиняюсь, давай, гоу. Я тут подумал, давайте я не буду комментировать, просто сейчас сделаю нарезку на 2-3 минуты, вы поугараете, и мы закончим выпуск. Убей, скотину! Фичер! Фу, отпифуюсь, фичер! Так, ну сейчас это, извините, я забоё чуть-чуть. Мама, принеси тряпку! И чтоб сопельки вытер. Фу, фичер, ха-ха, ло-ло-ложка, ха-ха. Отписываюсь от тебя, уйди от меня. Отписываюсь от тебя, Саша Котик, наш чемпион. Ага, Саша Котик, наш чемпион. Привет, братуха. Пока, чувак. Давайте паркур. Новое движение, это все новое движение. Ох, у него рельсы, я забыл. У меня что, рельсы есть? Напишите мне в комментариях, ставите ту рельсу или нет. Ага, го. Газуй. Че там кто-то кричит? Мама, принеси мне какашки. Ха-ха-ха, звездная шутка, да? Эй, это был мой фру! Видели? Вот это я не читер. На-на-на-на-на.
читер, фу, читер. Снимаем видео на GoPro. Это у нас GoPro, я купил ее за 100 гривен в WebMoney. Ну ладно, все, не забывайте подписываться на мой канал. Всем удачи, всем пока. Это было самое шедевральное прощание. Ребят, конечно, я не все самые смешные моменты вставил из его видео. Если хотите, можете перейти на его канал, посмотреть, также поугарать, не знаю, написать ему какой-нибудь комментарий. Но на этом, ребят, мы закончим. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Она была очень такая вот насыщенная различными чуваками. Один со стрима, другой продавал читы, третий вообще какой-то странный. Ну ладно, ребят, так что обязательно поставьте лайк, если вы еще этого не сделали. Подпишитесь на канал, если вы тут впервые. С вами был Патриот России. Ждите следующую серию Школы ТО. Всем удачи, всем пока.